Лето вернулось, но ненадолго. В последние дни июля и в начале августа будет прохладно. Ветер развернется на северо-восточный и начнется ультраполярное вторжение, которое обрушит показания термометров на 8-10 градусов. Обычно эти дни июля по климатическим характеристикам самые теплые летом. Но в этом году все наоборот. Подробнее через мгновение. В течение дня так легко растерять силы. Особый минеральный состав воды «Аура» придает ей мягкий вкус, поэтому она легко пьется и, естественно, наполняет жизненной энергией. «Аура» легко возвращает тонус. Сегодня атмосферный фронт начал вытеснять теплый воздух на юг страны. На предстоящей неделе погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в более холодной воздушной массе. Вызов принят. Да, видим боль. Она в мышцах и суставах. Откройте, это Аэртал. Крем Аэртал содержит микронизированный ацеклофенак. Крем проникает в болевой очаг, и его действие направлено на снятие отека, боли и воспаления. Аэртал крем. Во вторник переменная облачность без осадков. Лишь по юго-западу страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от плюс 7 по северо-востоку до 20 по юго-западу. В середине дня 17-23, по юго-западу до 28. Атмосферное давление существенно не изменится. В среду также будет сухо, лишь ночью местами по юго-западу, а днем в отдельных районах по северо-востоку кратковременные дожди. Ветер северный, умеренный. Температура ночью 5-12, по юго-западу до 16, днем 14-21, по югу местами до 25. В выходные дни атмосферные фронты принесут неустойчивую с дождями погоду. Ночи и дни станут теплее на 2-3 градуса. А теперь о метеорекордах. Самым жарким этот день отмечался в 1936 году. В Лельчицах температура повысилась почти до 38 градусов, а самая холодная ночь 29 июля отмечалась в 1984. В Брестской области под утро воздух остыл до 3 градусов. В 2017 прошли сильные дожди. Больше всего выпало в горках – 85 литров воды на квадратный метр. В народном календаре завтра, 30 июля, День Марины. Считали, что это время молний и зорниц. Если гроза, осень будет дождливой, а зимой будут метели. Днем очень жарко, а ночь холодает. Примета того, что следующий день будет ясным и солнечным.